друзья. Вот так начинается наше утро. У нас вот такой будильник. Спасибо. Опа, а кто тут хомячит морковку? В щеки свои хомячьи. Смотри, как топчет быстро. Хрясь, хрясь, хрясь. Как будто это кто-то ворует их, смотри. Обалдеть. Вот такая вот погодка, но ничего страшного, это не мешает нам проводить наш любимый семейный совет. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Да, Йоси? Скажи, ты с какого дубля это все запишешь? С третьего. Так, идем мы с Мишечкой на шоу, и тут бац, рука чья-то. Да, как-то так себе. Наверное, у кого-то еще. Даже не верится, что на улице уже ноябрь месяц. Судя по погоде сегодня, кажется, как будто у нас прям или весна, или красивая-красивая ранняя осень, золотая. Вау. Невероятно. Я просто даже никогда не думала, что я вот так буду радоваться солнцу. Сегодня совершенно неожиданно вышло солнышко, и настроение совершенно быстро перестроилось на нужный лад. Супер, друзья мои. Шикарный день, шикарно во всем настроении, хороших выходных. Самое главное, никогда не унывайте. Посмотрите, как нас с вами природа радует. Даже этот момент надо учитывать. Руководитель гидрометцентра России Роман Вихров заявил, что зима ожидается холодной, а температурный фон будет около или даже выше нормы. Синоптик объяснил, что зима будет розовой, потому что в этот цвет окрасится климатическая карта. Прогнозу Вильфунда количество осадков также будет около обычных показателей. Но зима еще далеко, сегодня только второй день ноября, выходные продолжаются, если вы проводите. Это вообще, ну смотри. Вы сфоткали или как? А ты сделал лицо правильно? Ребятёныч, конечно. Пока тут все сидят, кушают, девчонки тут обнимаются, а Сорока втихаря. Сорока! А что такое борщик? Такой скромненький. Мало еды. Ну ешь его, он глянь, кто тебе мешает. А вы будете в чём?